Ребята, всем доброе-предоброе утречко. Ваня пошел у нас в пекарню за свежим хлебушком. А я занимаюсь приготовлением кофе, поэтому я тут немножко занята. Вот, и мы будем... Сейчас Ваня вернется с вкусным, теплым, свежим хлебом. И мы будем завтракать и смотреть дачный ответ. Вот. И пусть Анечка тут ходит, бродит, ей что-то надо. Что тебе надо, красотка? Ну что, ребятки, мы собрались, сейчас едем к Ваниным родителям. Ваня будет как бы ремонтировать, короче, ноутбук. Тетя Оля, ну, помимо того, что экран нужно менять, и он перестал включаться и выключаться. То есть он засыпает и не выключается. И также наоборот, его включаешь, и горит синий экран. Вот, Ваня вроде как знает, в чем проблема, так что он взял все, что ему нужно. И мы вот едем сначала к Ваниным родителям. А потом в 5 часов вечера мы поедем прыгать на батут. Вот. И, возможно, заскочим на пляж. А заскочим. Что такая жара? Жарень. Да, тепло у нас. Такое, знаете, на бабье лето похоже. Да, август намного был холоднее, нежели сегодня. Ой, сегодня вообще жарко. Мы в шортах, в шлепках. Вообще погода обалденная. Да, мне завтра на учебу. Да, Ваня завтра в университет. Мы приехали, на улице 30 градусов тепла. Смотрите, моя сумка, как всегда, нагружена. Здесь еще не хватает вот этой вот бутылочки для воды. У нас просто вода закончилась. Меня там не хватает. Да, и тебя. Чего там только нету? Там больше Ваниных вещей, чем моих. Я говорю, Зая, для чего мне сумка? Зая, там твоя батарея, ножнички, провода. Иногда я еще ношу твой пауэрбанк. Ну, сегодня, кстати, его там нету, как ни странно. Да, там есть мой, но мой маленький, компактненький, а твой огромный. Как только мы с Ваней сказали, что на улице отличная погода, смотрите на небо. Оно все затягивается. Не очень ясно. Ага, и ветрено. Короче, ребят, после вчерашнего челленджа нам оставляли комментарии, типа, сколько Катя весит, и там, ну, вместо меня отвечали, что я вешу 55 килограмм. Конечно, камера как бы увеличивает вес, но не настолько. Я сейчас взвешиваюсь. 48 кило? Я же 47 весила. Да все, камера. Ай, да, точно, камера же тяжелая. Блин, 48 кило. Ребят, я вчера или позавчера взвешивалась, я была 47. Так, что на мне такого тяжелого? А если без камеры? Сколько? Не, серьезно. Без всяких этих, без камеры сколько? Ты уже 48? Прикиньте, ребят, без камеры 47 килограмм. Зай, иди засними, а то не поверят. Зай, где? Я тут. Возьми, вот она, камера стоит. Засними. 47 кило. Фух, я думала, я еще килограмм, на килограмм поправилась. Фух, слава богу. Ужас. Это камера очень тяжелая. Что, камера настолько тяжелая? Офигеть. Мы, кстати, сейчас едем на батуты. И едем на батуты не сами. Тетя Оля с Дельвовой тоже с нами едут. Прыгать, Зая. Камера не улетела. На меня кричит, говорит, одевай камеру на... Ну это ж тебе надо одевать. Тебе, я-то не роняю. Тебе надо одевать, нет. Да. Я просто хотела это. Кстати, мне вчера после вчерашнего щека болит. Я сегодня красилась и так... Я просто... Побаливает. Да, Ваня пальцем так вот... Я когда ловила, и ты лишь. Ну ничего. А так живая, синяков, кстати, нигде нет. Сегодня будет йога-челлендж на батутах. Не, не будет. Все, пошли. Пошли. Кстати, видели, да, комнату? Ты показывал? Это, да, теперь это гостевая. Да, здесь Надя раньше жила, тут сейчас тут вещи лежат. Ну, тут гладит. Тут гладит, да. Thank you.
классно так. И сейчас мы будем купаться. Ну, точнее, все будут купаться, кроме меня. Я купаться не хочу. Не буду я сегодня купаться. Вот. Зай, как настроение? Отлично, я так устал сегодня. Прямо вообще. Да. Сегодня я покруче попрыгну. Я тоже сегодня такие сальто классные поделала. Там мы снимали челлендж. Да, вон там. Так, я надеюсь, из-за ветра все нормально. А море-то сегодня неспокойное. Чистое. И нечистое, да. Сегодня этот принесло много всякой какашки морской. Вот. Ракушки, камешки. Немножко водорослей есть. А так вообще супер. Сейчас потрогаем водичку. Ну, вообще водичка вчера? Или когда мы там были на море? Ну да, вчера. То вчера была классная вода. Не знаю, как сейчас. Ой, вот такая прохладная. Прохладная водичка. Ваня в море нашел какую-то трубу. Клюшка? Да, положи ее. Да, наверное, отломалась. Положи, чтобы она в море там не валялась. Вот такое вот море. Волны. Просто. Обалденно. Опа. Красота. Волны, кстати, доходят аж сюда. Ну, не волны, а вода, точнее. Как я не могу налюбоваться. На воду можно смотреть вечно. Дядя Вова с Ваней все никак не могут залезть в воду. Накрыла дядя Вова волной. Давай, Ваня. Так, я намалювала сердечко. Сейчас его смоет водой. Смотри, как красиво. Красота. Зая сейчас что будет делать? Стрелы сделает. Все смыло. Зай, нарисуй. Нарисуй еще. Смотрите, сколько всякой разной живности. Эти малюсенькая мидия. Просто массипусенькая. Ракушки разные. Красота. Я раньше, когда только приехала в Испанию, я любила сидеть и ковыряться в этих ракушках, что иногда крабики попадались сухие, такие засушенные, такие ракушки красивые, и камешки тоже красивые. Но здесь еще песок, видите, он такой, такой мелкий. Там, где я жила, Плайдаро, там песок вот как горох, ну вот, вот такие вот камешки. И он не прилипает, он чистый, вообще обалденно. Приехали домой. Ля-ля-ля-ля, тополя. Мы приехали домой, я, по-моему, нас уронила вот эту штуковину, сетку нашу. Но она была не... Ну, просто стояла. Да, просто стояла. Стой, кицунька. Иди, мордашка. Ты наша мордашка. Мордашуночка наша. Красотка. Красоточка. Скучала по нам, Пума? Скучала, да? Ну, конечно. Конечно, скучала. Так, я включаю телек, потому что мы сейчас будем смотреть КВН «Выпускники 2015», да? Вроде так называется. Не. Там «Выпускники» написано. Ну ладно, не буду спорить, сейчас посмотрю. Короче, старички будут выступать, будет просто офигенский КВН. Там будет этот... Хотел быстро сказать, я забыл. А как тебя зовут? Адя, может быть. Надя?
Может быть, Гадя? Ладно. Опять? Нет, Пусем. Короче, да. Сейчас будем смотреть, и Ваня будет собираться в универ, все подготавливать плюсом. Ваня уже... Ты взял GoPro-ху, да? Угу. Сейчас будет скидывать все с GoPro-шки. Мы сегодня такие сальто делали, классно. Ну, я сегодня делал сальто назад. Да. Без проблем. Все круто получилось, вообще классно. Так, по какому каналу у нас этот клуб веселых и находчивых? Я фотографии кто-то сделал сегодня. Катя. Я каким-то образом... Кстати, нам сегодня запретили снимать с палкой. Да. Сказали, что нельзя. Да, кстати. Ну, неудобно в руке держать. Я, кстати, нам одну сальто сделал, в руке держал. И, да. Ты видела? Ну, я же тебе сказала, Зай, давай. А, да? Да. Что? Что за недовольная такая? Недовольная? Что такое? Что такое? Ты слышал этот звук? Нет. Ну, на слюну прыгнул тебя. Соскучилась. Соскучилась. Пум-пум-пум. Я бух. Ава! Сильно что-то провалилось-то. Она даже не нервничает, смотрите, даже хвост не шевелится. Да, конечно, ей нравится. Она соскучилась, целый день нас не было. Мы как уехали, мы не приехали. Ай, Пумка. И мурчит же. Мурчит? Да. Мурчит. Мы же в одежде с тобой. О, ты моя Китя. И облизывает. Моя девочка. Все. Так, ладно, ребятки, что будем пить? А ты уже включил КВН? Да. Как называется? Да, я не посмотрела. Клуб веселых и находчивых встреч выпускников 2015. Встреча, а ты говорила? Выпускники. Ну, подумаешь, одно... Да, понимаешь, как меняется все сразу. Ну да. Пепси будешь? Я дам. Ну, давай, со сливками. Ой, боже, чуть не упала. Это что-то новенькое. Пепси со сливками, да. Кстати, компьютер мы заказали. Да, да. Все, компьютер работает у родителей. Кстати, я диски забыл. То есть я говорил, надо не забыть и забыл. Ну ладно. Короче, у нас еще не работал... Ну, компьютер, короче, слава богу, починили. Получается, что не компьютер был сломан, а провод. Не провод. Просто кто-то в настройках выключил. А, кто-то выключил, экрана. Да? Да. Зай, открой Пепси, я одной рукой не могу открыть. Так зубы для чего? Вот, а экран завтра поедут уже менять вечером. Вот как поменяют. Ну ладно, налей уж, раз уж. Давай ты и налей. Кстати, она уже, ее надо отбивать. Выдохлась. Газиков уже не осталось. Будем просто пить коричневую водичку. Кстати, Пепси плохая, так что не пить ее. Мы ни в коем случае не пропагандируем эту гадость. Ваня вообще меня уговорил купить эту гадость. Я тебе не уговаривал, говорю, давай купим, сказал, давай. Уговоров не было. Я сказала, ну ладно, давай. А-а-а, точно. Ну, самый прикол, то, что ты тоже хотела. Пепси, да, я хотела. Просто у Пепси более ярко выраженный вкус, нежели у Кока-Колы. В следующий раз будем брать в баночках. Угу. А ну, тогда не газиками. Газики не выходят. А что соль тут стоит посреди стола? Никому не нужна. И виноград. Виноград мы не доели. Виноградик. Ну, я чтобы портфель собирать. Окей. Ладно, ребятки, мы будем смотреть КВНчик. И если будет что-то интересненькое, то обязательно вернемся. Потому что мы еще пока не прощаемся. Нет, не прощаемся. Мы завтра попрощаемся. Да. Да? Ну ладно. Ну, блин, это еще рано. Ну да. После 12, по-моему. А, ну да, да. Мы смотрим КВН. Отлично, кстати, игра. Мы посмотрели только приветствие, да? Да, сейчас будут. Вот. Катя уже смонтировала ту часть, когда мы прыгали на батутах. И сейчас мы хотим закончить влог, чтобы можно было досмотреть КВН и идти спать. Потому что завтра кое-кому рано вставать, потому что завтра кое-кому на учебу. Да ты что, какая довольна, что ей не надо на учебу. Мне в конце недели надо будет на учебу. Там презентация. У меня уже учеба начнется, у тебя презентация. Учеба у меня начнется с понедельника.
Ладно, ребятки, будем монтировать влог. Надеемся, что сегодня вы провели так же хороший день, как и мы. Всем огромное спасибо. Да, сегодня же день был выходной, то есть люди сегодня отдыхали, как конечно, и мы. Конечно, сегодня же выходной. Да, мы надеемся, что вы тоже на пляже покупались. Зая, не прикалывайся, да, хотя может да, быть... Не, конечно, мы звонили в Новороссийск, там до сих пор купаются. Кстати. Так что... Вот, все, всем спокойной ночи, всем пока-пока, и я буду монтировать. Пока. Пока. Сейчас, подожди. Что? Все. Все. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.